Ленаска Ченел. Сафтанси. 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 Здорово всем. Или трансляции все включили сразу. Так, ясно, ладно. Это у меня еще и звук был включен на этом. На трово эхо пошло. Всем здорово. Будем продолжать проходить. То, что они не проходили. Дальше выживать. Так, а у нас все здоровы? А, связь второго уровня. Короче, там получается, когда первого уровня они просто медитируют, сидят, видимо, как-то прокачались. Потому что персонаж бегал к дереву, блин, на карту. Медитировать. Это очень опасно. А, у этого первый уровень, ну да. Ясно, значит. Ладно. Что у нас там по ограничениям? Пусть, наверное, в районе периметра бегают. Да. А тут все заморожено, точно думаю. Испортится, не испортится. Вроде бы всех переложил уже на кровати. Да, вот это еще лилики переделают. Это разобрать. О, шерсть альпаки, но все-таки хорошая. Скорость иммунитета 108. Лучше отдыхают. Пока не разобрали, ладно. А что тут мешает? Это хрень, что ли? А, я после перезагрузки трупы не вытащил. Там заново трупы не вытащил. Ладно, ясно, что готовишь. Мясо. А, вкусное блюдо. Хорошо. Кстати. Вкусное блюдо. А я не понял. А, вот это значит. Да, вот это комплекс вкусной еды. Блин. Что тут надо? Ну, фрукты, ягоды обычные, это нормально. Мясо навалом.
Короче, растительная пища и мясная пища. Продукты, в смысле. А, так, а если... Картошка с сыром, не... Питательность не указана. Питательность он 40. Ноль восемьдесят пять. Это лучше, наверное. Ладно, хрен с ним, пусть стоит. Сытость максимальная. Вот хорошее блюдо, плюс 5 на сутки. Семь тысяч 581. Савдан Себа. Так, а что они строят? Где-то крышу ставят? А, внизу. Хорошо. А что значит разное, что она дает? Так, культивация. Так, заболоченное место в землю, скалистую грязь. Все равно нихера не понятно мне, как это, что это, кого, чего, блин, что из чего делается. Песок здесь? А что тут песок делает? Кого нервный срыв? Почему? Ты только что проснулся, жрал, спал, блин. Все в порядке. Что? Какой наркотик? Что ты жрал? Какой нахер наркотик? Это косяк нашли, что ли, блин? Придурки, блин. Идиот. Где они наркоту нашли? Я же все уничтожил.
все, что было. Или они-то амброзию, блядь, подобрали. У кого-нибудь из врагов. Так, а почему тут валяется? Скотча. Ну что ты, блядь, выпендриваешься? Сейчас я тебя сейчас стукну. Так, что тебе сожрать такого, а? Что ты, сука, успокоился? Так, вкусная еда. Давай хотя бы ягоды скушай. Так, а у тебя сейчас не будет дебафа, что ты сырую еду ел, то блин, у вас хер поймешь. Темнота, прекрасная спальня. Блаженство у него, да, быть вообще. Да, надо. Надо им этот душевую кабину ставить. Заболоченная земля. Плодородная почва, серьезно? Блин, точно. Плодородная. Была. Так, ладно. Плодородность 50%. Ладно. Че? А что ты делаешь? Что ты разобрал? Стоять. Что ты делаешь? А? Какую лишь сжигаешь, ладно. А селитру можешь сделать? Можешь. А ты чё? Мягкая глина туда. А зачем ты туда несешь? В чем прикол? Зачем? Тут нет склада, блядь, ты чё творишь? Алло? Зачем ты сюда сбросила, блядь? Чё, идиотка? Только не говоришь, что ты ещё сюда опять понесёшь. Вот этот подберёшь и скинешь туда, блядь. Бред.
Так, это кирпичи. Ладно. А, они вот здесь копали. Вот эти ресурсы сейчас сюда перекидывают, да? А нахера на сюда кирпичи? Так я не понял, зачем сюда кирпичи-то принесла? Что это дает? Блин, уже блоки девать некуда. О, соя пошла, наконец-то. Не успела соя появиться, уже испортила ее. Классно. Кого, блядь? Ох, ёпт. Так, народ. У кого лампочки есть? Все бегаем сюда. Ну, живность они вроде бы не трогают, как-то покерами не трогают. Так, ладно. Двери тоже закрыты. Так, сюда сгоняй, лампочку поставь. Это чтобы двери не ломали, блядь. Так, 60 секунд, да? Наверное, вот этой хватит. Ладно. О, ну как раз вовремя, блядь. Так, 30 секунд.
Чё ты ползёшь еле-еле? Всё, двери закрылись. Вроде бы всё. Они сейчас где-то в туалетах, наверное, долбиться будут. Ну, где нападение? А успокойся ты сейчас, блин. Что ты хочешь? А, во-во, тьма полезла. Давайте ускоряйтесь. А, блин, ну в этот раз здесь не появились. Что такое? Все-таки на кого-то нападают? Вот, сука. А, появилась падла. Ну ладно, дверь пойду отремонтируйся. А, ну в туалете появилась. Ну, классно. А, тут вышла и сдохла. Ну все, прекрасно. Тоже сдохла. Сука, двери надо будет восстанавливать. Many fall in the face of chaos, but not this one. Not today.
Так, идите нахер, враги тут уж, блин. 100% враги предлагают на нейтральной территории встретиться. Ага. Разогнался. Thank you.
После наркоты его долбят, а? Он так успокоиться не может. Так, надо сою выключить из рациона. Так. Чтобы они салат с сою не пустили. Как она называется тут? Правильно, соя. Соевые бобы, соевые. Так вот, либо сыр, либо молоко. Так, фруктовый йогурт им повышал настроение 45%, да, они шкайфовали. А бутерброд, что там делал? Тот, который хлеб и сыр. Так, йогурт, значит, да, у нас? Да, молоко пусть делают, соевое. Кокосы тоже на молоко, медикаменты, комбикорм.
А, вот картошка с сыром, да, у нас? Картошка с сыром. Так, питательный 40, 0,40. Нахрена вот они полупрозрачные сделали меню, глаза только ломать. Так, картошка с сыром я, наверное, на паузу поставлю, чтобы они не тратили. Да, пусть йогурт делают, молоко и фрукты. То есть все на молоко. Вот эту хреновину просто выключить пока. Здесь у нас ассорти из овощей. Еще раз проверить все. Да, бобы выключить. Добывающий золотая руда, шахтерский лагерь. Ну русские же переделывают текст, ну какого хрена, а? Золотую руду, шахтерский лагерь, добывающий. Вот этого сейчас сбросить, когда делают. Чем вы все обсираетесь, а? Так, надо, где она находится. Через вербовку надо провести. А, на огороде, да? Все, спать идет. Ты что, спать лег или отдыхаешь? На звезды смотрит жопой кверху. Вот вкусный пирог плюс 8 было, прекрасно. Перейди сюда. Ну, блин.
Все, все свободны. Здорово. Носачек Юджина. Привет. Носачек Юджина. Чё принял новые лицензионные соглашения от Microsoft? Какие? Что, они мне ничего обновлять не будут? Или ты про что? Носачек Юджина. Новые. Совсем-совсем новые? Носачек Юджина. Я хз. Я тоже. Носачек Юджина. Не читал. А, ну не спать, просто лег. Ясно. О, 9 миллиметров. У нас без боеприпасов. Носачек Юджина. 45-й, да? Не примешь, аннулируют ключи. Да, молодцы. У меня лицуха на семерку валяется. Вещи. Стоп, а он у нас же стрелок. Че, он пистолет выкинул? Носачек Юджина. На семерке вроде уже не поиграть. Типа игры уже это не захотят запускаться или что? Носачек Юджина. Но все игры уже идут с рекомендованными требованиями на 10-е. Не, ну если новый, то да, но остальное пофиг. Так, сквол. Почему он его скинул? Все, вспомнил, блин. Этот дебил психовал, я его это рисовал. А я только в Тунру играю. Так, 45-й.
303. 9 миллиметров. 1 метр 9-миллиметровый. 45. Вот 9-миллиметровый. Состояние 100%, да? Качество плохое. Ну, похер, главное, что он целый. Блин, куда я смотрю? Так, Нэш, ты успокоился уже? Молодец. Да, вот здесь вот сантехнику надо будет поставить. Блять, как вы так жраете, блять, я не знаю. У вас гнилушки, я же поставил, не жрать гнилое. Так, солонину тоже не есть, потому что они потом психовать начинают, что консервы будут. А кто же туда выключить? Яйца. Яйца не потреблять. Желе насекомых, мед, в принципе, можно. Ну, блюда все едят. Так, соевому. А, вот, кстати, запретить можно, чтобы они его не трогали. Если не ели в сыром виде. Косовое молоко. Просто молоко. Пусть йогурт делают из него. Консервы. Так, вяленое мясо пусть едят. Вкусные консервы с овощами. Но все равно будет дебаф, и вяленое мясо нормально употребляют. Сухофрукты. Надо закрыть.
Так, Нэш у нас строитель. Потом у нас он. Ты у нас строитель, какого хрена ты копаешь? Ты же копал только что вот это вот. Шутер, копатель. Все, выключим это. Или это типа к стройке относится? Странно. Оно же здесь в районе копания указано. Песок, глина, торф, щебень. Работать в карьере. Ну вот оно, да. Бред. Полный бред. Стекло давайте делайте. Чего? Недоедание с финале. Район хищников может везде гулять. Молоко мог он сожрать. Чем так? Кто у нас специалист по животным? Так, Лаки убирает грязь. Где лечи давай? Тоже я писал в дискорде ребятам, что отключено на огороде сбор и посадка, он продолжает работать. О, хрена.
что, блядь, произошло? Блядь, да что такое у тебя? Опять недоедание, почему? Как, блядь, задолбало. Так, Анюл, а ты чё, блядь? На новый покер попнул? Уборка превыше всего, да? О, молодец, за пироги принялся. Блин. Что там блюет у вас? Ты чё тут химичишь? Фруктовый йогурт. О, наконец-то построили.
Ты, блядь, ку? Не понял. А ты куда дрестанул, блядь? У вас же, блядь, ограниченная территория, или это не моя? Моя. Чё она тут бегает, блядь? Вот твоя территория, куда ты убегала? Скотина. Куда ты, блядь? Обратно иди, скотина такая. Чё сейчас было-то? Что бред с игрой происходит? С этими огородами, с дичью, блядь. О! Отличное качество. Так, мелкая. Давай сраную повязку снимай. Чем ты занимался? Исследуешь, да? Надевай давай. Есть работа на огороде, но придется, блин, заниматься уборкой, ладно. Thank you.
А ты куда несешь? Зачем? Просто чтобы перенести и все. Ради этого. Молодец. Каска военнослужащего Раткина. Медная, так, качественная. Ладно. Давай, давай вот этого тоже. Всех в тяжелую броню надо приодеть. Опять за золотом пришел. Нет у меня золота, отстаньте от меня.
Вы чё? Вы не охренели? Чё это вы мне через это... Через дом прошли? Алё, блядь. Я вам не разрешал. Барыгас. Короче, если есть у меня золото, надо ему скинуть. Нет у меня золота. Ходи отсюда. И, короче, через него можно прокачать отношения к колонии. Кстати, молоток надо сделать. Со стены штаны, ладно. Со стены штаны больше похожи на железные с заклепками. Так, тогда... Что ты сделал? Шедевральный молоток? Реально, шедевральный молоток сделал. Так, кто у нас из крафтеров? Короче, либо Редхилл, либо Спирит Рейд. Редхилл, у тебя молоток есть? Да, серьезно. Тебе сегодня повезло. Молоток твой. Thank you.
Блять, вы задолбали. Что у вас? А, все, кто-то спас собаку, да? А, ну прекрасно. Куда ты, блядь? Почему они перестали бегать по всей территории? Или животных совсем мало? Панду совсем не трогают. Бумалоку не надо. Слона тоже. Короче, ясно, на панду не хотят нападать. Долбаные собаки. Блять. Я сейчас сам-то... Чё такое? А, стресс. Ладно, доделываю, я тебя отпускаю. О, наконец-то стеклянная крыша, да, готова? Прекрасно. Придурок, иди отсюда. Блядь, чё... Что ты делаешь, клинит, а? Иди отдыхай. Клим сбросит опять все. Они же так не работают. По своему усмотрению работают и все. Жрать он не хочет. Иди посри хотя бы, что ли, не знаю, как котяра, наверное. Срать хочет и беситься будет.
Мне сказали, что арбалет там какой-то мощный. Балестра, наверное. А, вот скорпион, скорее всего, помощнее. Потому что больше ресурсов требует, это обычно так. А ну вот, рекурсивный лук 62 доски требует, бревна отнеся. Мощный лук 75. На 8. Пардон, болты требуют. Так, урон по зданиям 5%, дальность 40. Время между атаками 1,3 секунды. Изготовка 1,25. Его на баллистру. Дальность 42. Так, эффективность прицеливания 115%, то есть это лучше, да, разброс 0,40. Ага. Значит, балестра лучше получается, да? Так, а усиленный. Да, баллистра получается лучше, она дальше всех стреляет. Разброс 0,50. 110, так, 110. Да, баллистра 115. Ага. А урон уже от болтов зависит. Пусть хотя бы три штуки сделают. Или сколько у него безоружно. Ладно, всем раздать. Тут пять, наверное. Ядовитые болты. А что их не делают? Почему? Дерево есть. Лекарства есть. Травы, в смысле. Травы для отравы. Ну-ка, что тут у нас еще выше? Взрывные болты пока не потянет. Это надо, блин. А, так, ингредиенты. Табума лопа надо. Но ее опасно содержать. Короче, бумалуку для них надо отдельно комнату каменную. С металлическими дверями, наверное. Ядовитые болты. Ладно, пускай.
А почему кирпич появляется? Почему он именно здесь? Так, этот разобрать. Тут же шейный стул уже создали для него это. Забыл. Платье с фартуком для Раткина. Простое платье. Вот в таких они приходили, может, у нас. Соломина шляпка Раткина, шарфик. Ну это чисто это. Блять, собака, я тебя сейчас сам прибью нахер, задолбал уже. Сколько можно, блядь? Иди, сука, пожри, блядь. На улицу, за пределами где-нибудь. Что с тобой не так, блядь? Злим. Ну, сделать искусственный хвост. Это корейцы сделали или японцы? Вроде на корейский похоже. Кто-то из азиатов, похоже, все это сделал. Королевское платье. Гвардейская. Униформа гвардейцев Раткина. Блин, забавно. Не, ну вот это я все делать не буду. Оно бесполезно, чисто украшение. Что происходит? Чё кто где шьёт? А, этот разбирает, ясно. Нет, не ясно, кто чё делает. А, все, вижу. Кухонный стол из досок. Блять, я копию сделал. Классно. Охеренно. Разбирай. Так, это мастерская художника. Украшения сейчас делать не буду. Не до них.
Что за звук? Что скребется, не понял. А, это он так арбалет делает. Так, задание. Бедняжка Шелозук. Так, напалм. Ну, в принципе, можно будет взять за животное по приходу. Милокровие. Да, лечение надо будет. Ну, это как с этими, с зебрами, наверное. Так, ладно. Куда-нибудь сюда пусть его закинуть. Так, сколько он? 7 дней, чтобы провалялся, да? Это что за херня такая? Так, Шелозуб, тебя... Это здесь закинуть. Да, вот сюда пускай. В смысле, блядь, ты не можешь? Ты же животными занимаешься, алло. Для чего? Да блин, чё за хрень, а? И куда он поплыл? Так, во-первых, что это за говно вообще? Это какая-то это. Типа рыба, что ли? Так, Лаки, ты у нас. Даже вот на вот, что не так, блядь? Или оно сейчас само доползет? Так,
Отдыхает, написано. Это значит, он сейчас бежит, да, сам? Ну, давайте. Если он сейчас вот здесь заткнется, я просто перезагружу. А, не, все-таки движется. Короче, какая-то херня ползающая. Написано бежит. Хорошо же он бежит. Да, 0.14 трейл секунды, километра секунды. Блин. Так, у вас вечеринка, ладно. Давайте. Так, молоко у нас от вот этих, кто у нас? Вот здесь молоко делается, да? И здесь тоже можно. Так, фруктовый йогурт, два раза стоит.
это, в принципе, еще ползет, да? Найс. О, ура, керамика пошла. Это на будущее для патронов. О, чтобы ее не украли. Поддон сделался. Так, это у нас пепел. Пусть тут собирается. О, соевое молоко появилось. Сейчас йогурт начнут делать. Что за звуки? А, это они арбалеты делают. А, кстати, куда делся предыдущий? Вот оно есть.
руками достал уже. Ну че ему, блин, ограничения вообще снять, что ли? Территория хищников, че, некого... То есть на панду он не охотится, да? Блин. Холодильник пускать его не буду, он сожрет все, что тут есть, блин. Даже это холодильное сердце сожрет, пускать не. Так, ладно, я тогда рыболовный поставлю. Так, соевое молоко. Давайте сотку делайте. Потому что соя только на молоко идет. Так, мариновать. Сырос. А комбикорм я что, сбросил, что ли? Там. А, возможно, это, блин. Оно заглючило. Либо я не сохранил. Так, ну мясо похер, пусть любое берут. Вот это не трогать. Зависаем, да. Гуляй. Куда ты гуляешь? Thank you.
Ты ёб... Блядь, пиздатый. Чё с ним такого хера, он, блядь, голодает, сука. Не на кого охотится, блядь. А, он как раз и нарыбачит. Дивер больше, про деревья не якула больше. Тут очень долго вербуется скотина. Блядь. Так, у нас появился электрический станок. Как бы может делать то же, что я сейчас делаю. А банки металлические может делать. Шлем химзащиты, это, видимо, этот радиоактивный элемент и комбинезон химзащиты. Радиоактивные элементы заряжать именно. А, ну как раз сейчас у меня будет огнестрельное оружие сейчас.
Так, следующий, кто у меня там безоружный? У тебя просто патронов нету. 45 калибр. Это пистолет 9-19. Девять на 19. Так, ладно. Это винтовка. Да вообще похлеще тут. Так, с молоком. Ясно. Тогда ты потом подбираешь. А, там еще валяются два, ну, прекрасно. Thank you.
Чё, блядь, не так? Почему нельзя его взять, блядь? На лечение. А, то есть пока он не ляжет, ничего не сделаем, да? Куда палец один отдыхай, придурок? А кто медикаменты выкинул?
Ты издеваешься, блядь, какого хрена ты молоком кормишь? Чё делаешь? Да. Короче, надо от животных вообще избавляться, чтобы они только одним огородом занимались. Соя, мука, ягода. Что там еще было? Да, соя, молоко. Пшеница, мука. И все. И ягоды. Для йогурта тоже ягоды.
Обалдеть, у тебя минусов нету? Хе, охренеть. Да, вот действительно, им еще душ поставить, они будут вообще прикалывать. Если не путаю, он вроде бы плюс 12 что ли давал настроение.
Вот реально, вот почему только вот в этой скотине постоянно проблемы с голодом? Вот это тут нормально. Недоедание, но нормально. О том, что они с огорода, блядь, сколько смотрел, жрали овощи, сейчас не едят. Или не хотят. Что с ними не так? На несколько представителей фракции за Iron Ratkin, стальные крыски, содержатся в плену неподалеку. Они просят спасения и предлагают награду стоимостью 4000. Серебра, чертеж, лечебные процессы. А, награда еще, я думаю. Спасение этих людей также улучшит отношения с фракцией. А я где нахожусь? Не, вы это... Вы гоните. Если бы играл за совсем фермерскую настройку, я бы туда сходил. У меня даже огнестрела нету, с которым можно воевать. И там, блин, как... какие-нибудь турели, еще какая-нибудь хрень, снайпера какие-нибудь. Да, блядь. Может повара лидером сделать, у него вообще не плюс 7. Плюс 6. Плюс 5. 0 вообще. Блин, ну тут повара только остается оставить лидером. А, ну, в принципе, вот рабочий запал. Интересно, если он усиливает. Чтобы мы лучше работали. Давайте.
потом поедите, поспите, посрете, все что угодно. Главное, чтобы нападения не было. Мышка раскомандовалась. Давай, давай, быстрее назначай. Блять, что-то обосраться же можно на радость. Прекрасный ритуал, да? Наверное. Про ритуал нихера. Начинается. А ты кто у нас? Ага. То есть у других сейчас будет по минусам, да? Из-за того, что у них... А у этого, этому пофиг вообще. А, нет, не сюда смотрю. Да. Если глава, короче, с другой религии, значит у них это в минус уходит сразу. В минус, в итоге. Да, а на два даже. Хорошо, ты у нас... Сабадарийская школа. Это все, да? Так, что ты у нас умеешь? Обвинять никого. Отступление что дает? Давайте еще дух повысим. Так, а вот это у нас... То есть еще прервать можем, да? Речь толкает. Нормально. Повар толкает речь про картошку с котлеткой с пюрешкой. Так, речь хорошо преподнесена, возымела должный эффект. Участников 10 из 10. Качество 92. Хорошо. А, еще впечатление от комнаты дало 20%. Количество участников 40. Социальное влияние 32. Это личное влияние. Так, а ты еще можешь включить что-нибудь хрен там? Оо, откат, нифига себе, на 10 дней. Боевое командование. А, то есть во время боя его можно включать, чтобы он там на сутки всех воодушевлял. Ладно. Стекло делает прекрасно.
Так идите двери сделайте. А то вам лечебницу вынесут, если что. Четыре дня подождать, пока эта кракозябра будет ползать. Ягод сколько, обалдеть. Что я ожидал, блин. Королева ложки. Йо, город без даты. Да, тут мне только арбалетами стрелять, блин. Надеюсь, вот только с одной стороны. Так, гранаты, ПП, гвоздодер. Пистолет, гранатка. Ну что, можно попробовать. Попробовать отбиться. Это, видимо, за кракозябра вот это вот. Приперлись.
куда вас хер понес. Алло, бля. Я как бы в другом месте нахожусь. Только не говорите, что вы сейчас в осаду встанете. Так, кто-нибудь из вас. Или пистолет, нахер ты лук-то взял? Давай на приманку встань сюда. Вот сюда кого-нибудь можно потом переставлять. Ну давайте, давайте, наступайте. Правда, не здесь пойдут. Ну, ну, блин, тихо, тихо. Пусть хотя бы из травы выйдет. Ёп, блядь, тихо ты, кто там херачит, блядь, очередями? Блядь, да вы издеваетесь, я же указал сюда стрелять, мне вон, блядь. Ёп. Стоять на месте. Куда вы, блядь? Ох уж это управление. Сюда встань, блядь. Взад на место, блядь. Кого вы тут увидели? Так, зайди отсюда. Сука, они мне рыболовный пир сломают. Нельзя, да? Тоже нельзя. Ладно, похер, я его восстановлю, если что. Да, блядь, вот этого тогда. Зараза. В этого попасть не могут. Кто, блядь, гранату кинул? Выдержит. Хер там, блядь. Пошли вы нахер. Все с вами ясно.
Так, ты у нас с арбалетом. Ты сюда отойди. И сюда. Так, Анил, ты чё шарахаешься? Блять, ты куда пошел? Чуть ее хирурга, как раз она вовремя была. Так, а граната у кого? У тебя ее нету? Я кидал гранату. Дайте в противогазах только. Ладно. Давай, давай, попадай, блядь. Ну, блядь, он же под носом у вас. Вы чё, дебилы, блядь? Игра, сука, прекращай. Вот целеуказание, блядь. В смысле вы, блядь, не видите? Вот и под носом стоит, сука. Уже определись, блядь. Короче, нахер, блядь, иди пизда. Дебильное, блядь, целеуказание, сука. Все, хватит на сегодня. Потом переиграю. Всем пока.